сервис проводила медосмотр на одном предприятии в городе Ижевске. И в рамках медосмотра проводилась спирография, или по-другому функция внешнего дыхания. И один из работников предприятия, молодой мужчина, 37 лет, с большим трудом, с огромным трудом прошел это исследование. Мы никак не могли измерить жизненную емкость легких. В общем-то, достаточно простое исследование. И после уже спирографии он ушел на исследование на компьютер, на томографию легких. Но мне просто стало интересно, что же у него там, потому что первое, что приходит в голову, это, конечно, какая-то патология бронхолегочная. К нам на компьютерную томографию обратился пациент с жалобами на одышку. Затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха. Конечно, провели компьютерную томографию грудной клетки, исследовали легкие, стенки бронхов, но какой-либо патологии, в принципе, выявлено у него не было. Кроме того, при обследовании грудной клетки обязательно захватывается диафрагма полностью и, соответственно, поддиафрагмальный отдел печени. И при изучении вот этих вот отделов печени, которые вошли в зону исследования, выявлены были диффузные изменения структуры, снижение рентгеновской плотности печени, то есть изменения соответствовали либо жировому онкопатозу выраженному, либо гепатиту. Естественно, рекомендовано было дообследование, то есть ультразвук, ультразвуковое исследование с эластографией, которое пациент и прошел, и выявлены были признаки именно гепатита, то есть воспалительных изменений печени с увеличением размеров печени. И при дальнейшем исследовании оказалось, что увеличенная печень вот, сдавливает диафрагму, и основная причина патологии, да, симптомов вот этой вот одышки, конечно, открылась в печени, патологии, то есть брюшной полости. Ну, вот такой случай показывает, что подход к обследованию пациента он может быть только комплексным. Поэтому обязательно нужно применять такие методики, как и компьютерная томография, и ультразвуковые методики. И еще раз хочу сказать, что они дополняют друг друга. В компьютерной томографии было выявлено увеличение размеров печени, и эта увеличенная печень просто поджимала, поднимала легкие. И вот так вот простое абсолютное исследование помогло выявить у пациента достаточно тяжелое заболевание. Тщательно, когда начали опрашивать пациента, он в итоге со всеми этими данными попадает на прием к терапевту. И когда его начали спрашивать, есть ли у него вообще какие-то жалобы, сначала он отказывался, и у меня отказывался на спирографии, говорил, что нет, все прекрасно, жалоб нет. И при исследовании на компьютерном томографе мы снова эти вопросы ему задавали, и он опять говорил, что жалоб у него никаких нет. И у терапевта, когда уже начали прицельно задавать вопросы, бывает ли слабость, бывает ли повышение температуры какое-то незначительное, может быть, какая-то плохая переносимость физических нагрузок, сознался, что да, все это у него есть, он уже на это просто не обращал внимания, потому что это тянется в течение нескольких лет. Такой вот вялотекущий гепатит был выявлен.